Сейчас мы начнем награждение получивших дипломы и похвальные грамоты на математическом празднике. Решали вы задачки очень хорошо. У нас в этом году очень много награжденных, и мы очень рады тому, что много ребят удалось решить довольно значительное число задач. Более того, даже 20 ребятам удалось решить все задачи без единой ошибки, и они получат первые премии. Я сейчас объявлю порядок нашей работы, нашей церемонии. Сначала мы наградим тех, кто получил третьи дипломы. После этого мы наградим тех, кто получил вторые дипломы. После этого мы наградим тех, кто получил первые дипломы. После этого, возможно, еще тут у нас идет немножко процесс печати дипломов. Немножко третьих дипломов у нас будет после первых. Большая просьба. Сейчас выходят получать призы только те, кто здесь присутствует. Если вы хотите получить приз за своих друзей, за своих одноклассников, если вы хотите получить приз за своих друзей, за своих одноклассников, это можно будет сделать после церемонии награждения, и мы это в первую очередь сделаем для иногородних. Москвичи смогут получить неполученные дипломы и призы в Центре непрерывного математического образования по средам с 3 до 7 часов. Итак, получать за других можно будет после общего награждения и в первую очередь иногородним. Сейчас получают только присутствующие в зале. Также можно будет посмотреть свою работу. И это можно будет сделать тем, кто получил дипломы или грамоты в аудитории напротив. То есть мы с вами находимся в аудитории 02, в аудитории 01 можно будет посмотреть свою работу тем, кто получил приз. Те, кто, к сожалению, сегодня диплом или грамоту не получит, можно будет посмотреть свою работу вот в этой аудитории после окончания награждения. Ну и, как мы обещали, мы через несколько дней выложим ваши работы тем, кто регистрировался в интернете, под вашим логином и паролем в интернет, и вы сможете посмотреть свою работу и там. То есть не обязательно дожидаться награждения. Да. Примерно к концу недели, я думаю, что мы выложим работы, и объявление об этом будет в интернете. Так. А сейчас мы начинаем награждать дипломы третьей степени, извините. Дипломом третьей степени награждается Башлакова Анастасия, вторая школа. Дипломом третьей степени награждается Анохин Александр, Долгопрудный. Бушков Николай, школа 58, Иваново. Дмитриева Анна, школа 57. Тань, помогайте кто-нибудь, забирайте у меня. Ференц Александр, школа 550. Иванов Павел, Долгопрудный. Поснов Сергей, 444-я. Шахов Виктор, 179-я школа. Золотов Георгий, школа 25. Зайцев Дмитрий, школа 25. Да, если вас назвали, вы подходите сюда, и вы сможете получить здесь, соответственно, диплом. Кондратьева Елизавета, школа 25. Силаев Глеб, школа 2007. Климчук Анна, 2007. Позовите еще помощников. Таранников Виктор, школа 2007. Сергеичек Дмитрий, 2007. Емельянов Павел, 1914. Терехов Олег, 1944. Махамат Амир, 2007. Муравлев Павел, 2007. Минина Елизавета, 2007. Наверх. Минина Елизавета, 2000. Алискеров Рамиль, 179.
Яковенко Максим, 179. Тарасян Армине, 179. Харатян Андрей, 179. Галов Дмитрий, 179. Вот там идет. Пучка Тарас, 179. Когнатенков, Коктенков, извините, Алексей, 179-е. Феофилактов Андрей, 1543, извините, если я неправильно выговорил. Шарафиев Амиль, 152-я. Бобров Алексей, 34. Рускин Алексей, 5, школа номер 5, Долгопрудный. Мороз Василий, Центр образования Ретро. Шубаев Илья, 11.58. Козлова Кира, 14.34. Мажорин Георгий, 14.85. Олю заплетину позови, помогай. Герасева Елизавета, 18.62. Иванов Илья, 218. Бобкова Анна, 218. Алексеев Максим, 57. Веленский Самуил, 57. Копаева Анна, 654. Соцкий Арсений, 11.89. Угу. Ты помогай искать просто. Говоров Иван, 11.89. Калинин Никита, 11.89. Гришин Тимофей, 12.47. Аверин Арсений, 12.69. Ваулин Андрей, 12.78. Непочатый Егор, 13.67. Ашарин Николай, 13.68. Герасименко Анастасия, школа номер 5, юбилейный. Каранкевич Елизавета, Елизаветинская гимназия. Сурков Тимофей, вторая школа. Кубарев Алексей, вторая школа. Грибунин Андрей, 2007. Фаткулина Милена, 239, Санкт-Петербург. Так вот, Санкт-Петербург, круче. Воробьев Валерий, вторая школа. Плечев Тимофей, вторая школа. Громыко Дмитрий, вторая школа. Смирнов Матвей, вторая школа. Лешуди Александр, вторая школа. Зубрилина Нина, Жуковка. Жуков Илья, 15-14. Устинова Ксения, 15-14. Лазарев Алексей, 15-14. Я их вот так раскладываю. Дашевский Максим, 15.43. Сомов Андрей, 15.43. Смирнов Даниил, 15.76. Матвеев Александр, 15.90. Богданов Семен, 15.90. Корявка Наталья, школа номер 2, Саров. Турченко Юрий, школа номер 4, Москва. Житков Николай, школа 15, Саров. Немашкала Максим, школа номер 27, Харьков. Николаев Олег, школа номер 27, Харьков. Орлов Максим, школа номер 3, Чебоксары. Липартия Нина, школа номер 27, Харьков. Купцов Евгений, лицей номер 3, Чебоксары.
Поткин Павел, лицей 3 Чебоксары. Очков Дмитрий, лицей номер 3 Чебоксары. Сорокин Никита, лицей номер 3 Чебоксары. Еще у нас 3 диплома 3-й степени получили ученики французского лицея в Москве. Это Соколов, Станислав и Таис. И... Так, кто умеет по-французски читать? Я. Да. Фамилия? Флориан. Все. Даже. Все, я уже назвал всех. Майор Флориан. Да. Все, я назвал уже всех. Вручай там. Ну, ты иди, вручай. Так, вот, у Жени. Да. Так, сейчас мы приступаем к награждению получивших вторые дипломы. Мы потом еще немножко вернемся к третьим дипломам, там несколько дипломов нам допечатывают. Ибраева Алина, Московская международная гимназия, награждается вторым дипломом. Кириллов Андрей, вторая школа. Волков Евгений, школа 179. Вторые дипломы пошли. Сокол Дмитрий, 853 Зеленоград. Брюханова Юлия, 315, Москва. Джафаров Анар, 20-25, Москва. Третьи дипломы получают те, кто набрал 21 балл и больше. Чернявский Антон, 20-20, Москва. Селянин Федор, 2007, Москва. Карпова Наталья, 179. Шибанкова Екатерина, 179. Зайцева Татьяна, 179. Фролов Иван, 12,86. Сархиев Аскат, 11,89. Горбачев Сергей, интеллектуал. Семенов Егор, интеллектуал. Аветисян Арам, 57. Положинцев Артемий, 14,84. Чурсина Ксения, лицей 1, Воронеж. Андреяхин Степан, вторая школа. Воробьева Екатерина, 15,14. Смирнов Виталий, 15,14. Это были награжденные вторыми дипломами. Вторые дипломы у нас были... Третьи дипломы у нас были больше 21 балла. Вторые дипломы — это 27 и 28 баллов. Напоминаю, что можно будет... Сейчас мы вручим первые дипломы, чуть-чуть вернемся к третьим дипломам, и можно будет получить за друзей иногородним, да, после похвальных, извините, и после этого можно будет посмотреть свои работы. Показ работ вам уже готовят в аудитории напротив. Извините, еще два организационных объявления. Так, два организационных объявления меня еще просили сделать. Есть ли здесь Александров Евгений, школа 1253? Получите, пожалуйста, забытый калькулятор. Так, в аудитории 01 была забыта шапка. Нет ли владельцев шапки? А? Ваша, да? Так, да.
Так, ну, вручит он. Да. И очки в 2022 аудитории. На 20 этаже в аудитории 2022 забытые очки. Тоже мы торжественно и готовы вручить. Так, вы Александров, да? Калькулятор. Так, очки в аудитории 2022. Нету. Значит, те, кто смотрят нашу интернет-трансляцию, если вы видите, что вы забыли очки в аудитории 2022, то вы можете подойти по средам с 3 до 7 часов в Центр непрерывного математического образования и получить там ваши очки. Так. Да, ну пускай их принесут. Быстрее. Так. Угу. Так. Так. Еще мы продолжаем перед первыми дипломами еще несколько третьих дипломов. Иванов Александр, школа номер 41 Иваново. Иванова Мария, лицей 2 школа. Мельников Никита, школа 114. Панченко Святослав, 1296. Макаров Евгений, 1528 Зеленоград. Коваль Дмитрий, 2 школа. Иванова Валерия, школа номер 5, Долгопрудный. Толокнова Мария, школа номер 5, Долгопрудный. Самойлов Станислав, 2007. Вознесенская Анастасия, 2007. Голиков Кирилл, 1189. Это невыданное, да? Бусинзон Галина, 1547. Новоселов Егор, 1205. Корнев Егор, школа номер 5, Долгопрудный. Федулова Дарья, 1514. Колесников Иван, 2030. Рыбина Екатерина, 2007. Коцевол Полина, 22 Иваново. Штурмина Анастасия, 2007, Москва. Кузнецов Никита, 2007. Митрофанова Елизавета, 1583. Бондарев Дмитрий, 1205. Лебедев Виталий, 57-я школа. Михайлов Матвей, 218. Так, и сейчас мы перейдем к награждению первыми дипломами. Дипломом первой степени награждаются ребята, которые решили все задачи и не потеряли ни одного балла. Это Фетисов Егор, школа «Интеллектуал». Румянцев Владислав, школа 179. Александров Максим, 1543. Ионов Кирилл, 1189. Крюкова Екатерина, интеллектуал. Козлюк Яна, школа номер 6, Мытищи. Романенко Наталья, 2007. Басимова Наталья, 2007. Гурциева Тамара, 2007. Кудрявцев Дмитрий, 2007. Конопаткин Олег, 179.
Калиниченко Ольга, 179. Жулдыбина Светлана, 11-21. Смирнов Денис, лицей 27, Харьков. Жиленко Тарас, 27, Харьков. Дубовая Софья, лицей 27, Харьков. Бордюгов Анатолий, 15-43. Шацкий Владимир, 15-14. Ипатов Михаил, гимназия номер 1, Кострома. Егорова Евгения, школа «Интеллектуал». Так, ребят, и сейчас мы объявим еще несколько награжденных третьими дипломами. Тут у нас произошла небольшая техническая накладка. Мы могли кого-то из вас не назвать. Если мы кого-то не назвали, просто мы хотели бы вас объявить. Диплом мы выдадим через несколько минут. И переступим к награждению похвальными грамотами. Да. То есть сейчас мы вам выдадим пока сертификат и книги, а диплом можно будет получить через несколько минут попозже. Толокнова Мария, Денисова Елена, Глебов Даниил, Гаджиев Абудала, Тельпуховский Игорь. Соколов Андрей, интеллектуал, Андреев Дмитрий. Галяков Кирилл, Мельников Никита, Панченко Святослав, Митрофанова Елизавета, Кузнецов Никита, Штурмина Анастасия, Куцевол Полина, Басинзон Галина, Иванова Валерия, Коваль Дмитрий и Макаров Георгий. Давайте поаплодируем еще раз, и на этом награждение дипломами заканчивается. Так, дорогие ребята, сейчас награжденные дипломами могут идти в аудиторию напротив, если они хотят посмотреть свои работы. После того, как ребята выйдут, мы начнем награждение похвальными грамотами. Те, кто получил дипломы, могут идти в аудиторию напротив, где будет организован для вас показ работ. А здесь будет награждение похвальными грамотами через пару минут.
Да ладно, а что? А, вот уже принесли все. Так, через две минутки мы начнем награждение похвальными грамотами. Я буду подписывать, да. Непосредственно тех, кого мы будем вручать. А, давай, действительно. А, слушай, давай подписывать будем тех, кто вручать, да. Вы не отследите все, что идет. Вы у меня забираете, я буду параллельно делать. Так. Ты или Костя? Богданова Александра, столичная гимназия. Мирзон Григорий, столичная гимназия. Мамонтов Сергей, вторая школа. Гросс Алиса, 15.08. Клименко Анастасия, 15.14. Федосов Иван, 15.17. Червонцев Сергей, 15.43. Завьялова Полина, 15.43. Алексеев Петр, 15.54. Игнатов Василий, 15.76. Черненко Дарья, 28. Сурнин Дмитрий, лицей 5, Троицк. Шестаков Григорий, 15.57. Васильев Станислав, 15.68. Ты там можешь подписывать, кому надо. Симак Владислав, 15.68. Солнцев Кирилл, 15.74. Николаев Александр, 32, Кострома. Середа Павел, вторая школа. Евстратова Виктория, вторая школа. Мурзина Дарья, Подольск. Смирнов Женя где? Морович Роман, Подольск. Фирсов Иван, вторая школа. Евген Александр, вторая школа. Вручи. Жень, вручи своих троих. Берар Жедиан, лице франции де Москву. Соколов Жильет, лице франции де Москву. Амен Тома, лице франции де Москву. Вручайте. Мухадзифирярова Ксения, вторая школа. Малышева Мария, 15.47. Тарасов Даниил, 15.47. Клинова Татьяна, 15.53. Игнатович Игорь, 15.68. Ярина Анна, Ломоносовская школа, Москва. Антонов Михаил, 16.01. Морозов Юрий, 175. Кравченко Алексей, 19.25. Цветков Роман, 218. Москаленко Анна, 57. Николаева Анастасия, 57. Да, граница похвальных грамот у нас была 11 баллов. Никифоров Никита, 654. То есть очень хорошие результаты у нас сегодня. То есть 11 баллов из 29 граница похвальной грамоты, 21 балл граница третьего диплома, 27-28 баллов – это второй диплом, и абсолютный результат – это у нас первый диплом. Все решенные задачи без единого потерянного балла. Хохлов Олег, 654, похвальная грамота. Будкин Алексей, интеллектуал. Юрин Александр, интеллектуал. Моисеев Степан, интеллектуал.
Семенкин Антон, интеллектуал. Коробова Наталья, Звенигород. Лао Шанда, 1056, Москва. Гатилов Виталий, 1058, Москва. Чусова Анна, 1158. Абрамян Александр, 1223. Подгорный Александр, 1252. Кондаков Дмитрий, 1257. Надрус Инос, 1270. Напоминаю, что по окончании можно посмотреть свои работы в аудитории напротив тем, кто получит призы, а здесь те, кто не получит сегодня, к сожалению, но наверняка получит в следующий раз, можно будет посмотреть здесь. Пяткин Илья, 1367. Мальков Николай, 1367. Крот Степан, 1367. Рымар Александр, 1384. Филиппов Юрий, 1384. Гугас Олег, 1384. Швичков Илья, 1778. Силина Елена, 1944. Бережков Георгий, гусь хрустальный. Дзюбанов Григорий, 2007. Он не... Шестопалов Артем, Протвино. Каплун Сергей, 315. Агапов Павел, 444. Путимцев Михаил, 531. Портнов Сергей, 59. Лобовская Анастасия, 867. Любезного Полина, 1518. Графский Дмитрий, вторая школа. Соколов Павел, лицей номер 3, Троицк. Борисова Мария, интеллектуал. Павлов Виталий, 1189. Зубенко Алексей, 152. Сычева Анна, 1524. Герасева Анастасия, 22 Иванова. Лабудзинский Даниил, 354. Кривошлыков Никита, 1205. Банникова Татьяна, 33 Иванова. Усманова Ширин, 1274, Москва. Емельянов Антон, 1534. Степанова Анастасия, 149. Широков Алексей, лицей вторая школа. Пучкова Светлана, 2035. Рыбина Алла, 1514. Завалишин Николай, 2007. Гитиашвили Иван, Государственная столичная гимназия. Логвинова Ксения, 2007. Губаев Дмитрий, школа номер 5, Москва. Петров Иван, лицей номер 3, Чебоксары. Белоусов Арсений, 1518. Еще будет? Березин Максим, 149. Суханов Даниил, лицей номер 5, юбилейный. Жатько Артем, школа номер 30, Москва. Романов Николай, интеллектуал. Грибов Кирилл, школа номер 13, Москва. Безотосный Виктор, лицей вторая школа. Пономаренко Мария, школа 2009. Хромова Лили, Троицк. Гридин Григорий, 1543.
Продолжаем награждение похвальными грамотами. Напоминаю, граница похвальных грамот у нас в этом году была 11 баллов из 29. Стрелецкий Николай, 15.43. Орехов Егор, 15.39. Анюховский Филипп, 15.18. Кстати, ребят, я уверен, что кроме дипломов и грамот и замечательных задач, которые вы сегодня решали, вам понравились и лекции, которая здесь была, лекция Николая Николаевича Андреева, и математические игры. Я вижу, у многих из вас есть значки математического праздника, и наверняка многие из вас съели те или иные шоколадки или ириски, которые можно было получить на играх. Боровков Максим, 15.17. Ермаков Виталий, 15.17. Ходько Ярослав, 15.14. Гусева Ксения, 15.14. Буянова Мария, 15.14. Тукачинский Владислав, 15.14. Горский Дмитрий, 15.14. Михайлов Дмитрий, 15.14. Абсалямов Артем, Балашиха. Яценко Андрей, вторая школа. Васильев Евгений, Чебоксары. Яхонтов Тимофей, Чебоксары. Коровко Арсений, 218-я школа. Шелихова Анна, 12.74. Ускова Елена, 12.93. Бицков Максим, 2007. Дворянкин Павел, интеллектуал. Напоминаю, после награждения похвальными грамотами, получившие похвальные грамоты, у нас небольшое изменение, смогут посмотреть свои работы здесь. Напротив, мы показываем первые и вторые дипломы, здесь мы показываем похвальные грамоты, и те, кто сегодня, к сожалению, грамоты или дипломы не получил, но уверен, что порешал интересные задачи, поучаствовал в математических играх, послушал интересные лекции. Лавренов Глеб, 853, Зеленоград. Хоботов Алексей, Иванова. Хасянов Ильнур, 231, Москва. Бастерникова Елена, 2007, Москва. Пирожков Максим, 106, Москва. Лазуткина Ксения, интеллектуал. Иванов Дмитрий, Подольск. Мирзаян Диана, 57-я школа. Королев Кирилл, вторая школа. Васильев Константин, Подольск. Проверьте. Цой Павел, вторая школа. Кравченко Александр, школа номер 45, Харьков. Молчанов Александр, 1558, Москва. Буров Арсений, 1543. Гигин Иван, Государственная столичная гимназия. Пронин Артемий, Елизаветинская гимназия. Самарин Андрей, 45, Москва. Сало Карина, 45, Харьков. Иноземцева Светлана, школа номер 3, юбилейный. Седова Яна, школа номер 28, Кострома. Черноухов Иван, школа, гимназия 28, Кострома. Зайцев Константин, 1567, Москва. Гордеева Александра, 1558, Москва. Воробьева Наталья, 1544, Москва. Горницкий Марк, 1544, Москва. Большов Михаил, 1543, Москва. Богданова Анастасия, 1543, Москва. Тарабина Дарья, 1543, Москва.
Буренков Игорь, 1543, Москва. Алиев Руслан, 1543, Москва. Суслова Ольга, 1543, Москва. Моргунова Ольга, 1543, Москва. Ивачев Федор, 1543, Москва. Долгова Анна, 218, Москва. Горева Анна, 218, Москва. Буров Александр, 218, Москва. Брусенцев Саша, 218, Москва. Никитина Мария, 218, Москва. Хмелевская Александра, 1925, Москва. Крыкова Анна, 1178. Округ Станислав, Центр образования 109. Егорова Евгения, Центр школы 57. Якушева Софья, Воронеж. Яшин Александр, Кострома. Неверов Дмитрий, Кострома. Фурашова Лиза, 32, Кострома. Галайда Арина, 27, Харьков. Абдулаев Игорь, 1568, Москва. Шибаева Анна, 1568, Москва. Борисова Полина, 1553, Москва. Тарасов Антон, 1547, Москва. Шубина Алина, 1535, Москва. Томская Юля, школа номер 14, Тамбов. Марк Кирилл, лицей 2 школа. Кокин Владислав, лицей 2 школа. Чин Донг Шон, 2 школа. Еремеева Анастасия, Подольск. Жуков Андрей, 2 школа. Казарновский Кирилл, школа номер 5, Долгопрудный. Холев Марк, школа 2007. Константиновский Борис, школа 1574. Суворова Ксения, 1568. Курденкова Екатерина, лицей номер 7, Троицк. Спиридонов Андрей, лицей города Балашихи. Сейчас через минутку мы продолжим награждение похвальными грамотами. Еще несколько похвальных грамот у нас сейчас несут. Напоминаю, после окончания награждения похвальными грамотами прямо в этой аудитории мы организуем показ работ для тех, кто получил похвальную грамоту или ничего не получил. А показ работ дипломников идет напротив. И пока сейчас еще буквально две минутки нам принесут оставшиеся похвальные грамоты, я хотел обратить ваше внимание, что на вашей книжечке имеются координаты сайта Центра непрерывного математического образования и сайта Олимпиада.ру, и сайта математического праздника. Мы вас приглашаем всех заходить на эти сайты. Там всегда есть оперативная информация о всех олимпиадах математических основных, которые проходят в Москве. Они бесплатные. Мы вас ждем, приглашаем на эти олимпиады. А также все задачи олимпиад мы стараемся размещать в интернете. А с этого года мы уже начинаем размещать, естественно, под вашими логинами и паролями, копии ваших работ, чтобы вы могли дома их посмотреть. Итак, похвальные грамоты. Последняя партия. Сазанов Егор, Иванова. Осипович Дмитрий, 1568. Кулумбегова Ламита, 867. Кузнецов Илья, 867. Ситасанова Анастасия, 79. Вяткин Илья, 76.
Кириленко Елена, 354. Горбунов Максим, школа номер 30, Костромы. Не надо, не надо. Киселева Мария, 2007. Шабанов Роман, Гуськ Устральный. Фалалаев Александр, 1397. Куликов Александр, 237. Бушуев Сергей, 2007. Вишнякова Нина, 2007. Ступина Анна, 1253. Федорова Елизавета, 1252. Буянова Мишель, 179. Веклич Олег, вторая школа. Ершов Максим, вторая школа. Жуков Тимур, 1223. Зиборов Георгий, 1302. Калядина Александр, 1514. Ларин Максим, цель номер 8, видная. Получать за других нужно после окончания награждения. Сейчас только за себя самого. Рухович Глеб, 192. Семенцов Антон, 1,89. Смирнов Антон, гармония. Сорокин Владислав, школа 2007. Напоминаю для тех, кто смотрит интернет-трансляцию, что получить свои грамоты, те, кто не получил сегодня, можно по средам с 3 до 7 часов в Центре непрерывного математического образования. Информация на сайте «Как проехать». Хромых Леонид, 15,68. Шишкина Марина, 12,05. Шиянов Вадим, 853. Ермакова Татьяна, 149. Волков Виктор, 179. Антонян Григорий, 548-я школа Москва. Бобров Семен, лицей номер 5, Долгопрудный. Иванова Кристина, Долгопрудный. Данилин Павел, 1274, Москва. Горкушенко Григорий, 853, Зеленоград. Кириченко Артем, 853. Богачев Михаил, 853. Липунов Никита, 1414. Фролов Александр, 1189. Носова Елизавета, 2007. Высоких Владислав, Долгопрудный. Чилина Анастасия, 463. Перевердева Ксения, 444. Старченко Владимир, 32, Череповец. Очень много ребят приехало к нам, как вы видите, и по дипломам, и по грамотам, и из других городов. И нам очень приятно, что кто-то с родителями, а из ряда мест учителя, из школ, из центров образования, из кружков привезли к нам ребят. Это и Кострома, Апатиты, Коломна, Харьков, вот сейчас видим Череповец, из многих-многих мест. Фатеев Дмитрий, Коломна. Пацера Сергей, 258, Москва. Рудик Евгений, 2046. Чернявский Александр, 2020. Пак Елена, 2014. Кадырзянов Адель, 2007. Миломаева Елизавета, 2007. Колесниченко Ирина, 2007. Абдулаев Амиль, 45. Агафонова Дарья, 1944. Виноградов Максим, лицей номер 5, Долгопрудный. Корякин Василий, 1143. Коляскин Кирилл, школа номер 2, Гусь Хрустальный. Маргасюк Сергей, 2007. Печенина Злата, номер 5, Долгопрудный. Рекунов Константин, 2007. Арумян Анна, 867. Бойцов Александр, 853. Зотова Полина, лицей номер, гимназия номер 3, Кинешма. Гришутин Александр, 179.
Качулу Джейхун, 1361. Любимого Мария, школа 75, Черноголовка. Лютиков Максим, 1750. Макаров Василий, вторая школа. Савина Екатерина, Протвино. Селивончик Максим, Гармония, город Киев. Чернышова Анна, 1357, Москва. Шахрай Владислав, 179. Шилов Валентин, школа 75, Черноголовка. Якимов Александр, школа 63, Москва. Мелехов Игорь, 1350, Москва. Еремина Евгения, 1319, Москва. Якунина Надежда, 1268. Мясоедов Илья, 1264. Карбовская Анна, 1249. Бурмистров Павел, 1234. Саркисян Маргарита, 1205. Лузин Юрий, 1205. Самелик Юрий, 1189. Костюченко Сергей, 1050, Зеленоград. Жданова Мария, Королев. Андреев Евгений, интеллектуал. Киселев Дмитрий, интеллектуал. Коваленко Илья, интеллектуал. Никофорук Виктория, 654-я школа. Вавулин Максим, 57-я школа. Никольский Лев, школа 57. Комиссарова Полина, 548-я школа. Щербакова Яна, 199-я школа. Чудаев Дмитрий, 2007. Целиков Иван, 129-я школа. Царев Иван, 2007. Федотова Ирина, 2007. Морозов Сергей, школа номер 6, Мытища. Что-то еще есть у нас? Дорогие ребята, дорогие учителя, дорогие родители, на этом мы заканчиваем церемонию награждения. Сейчас можно будет подойти в первую очередь иногородним ребятам из других городов и вот не спеша вот так вот просто в очередь встать. Ребят, вот встань вот там, встань. Да. Вот. Не спеша получить призы. Вот здесь только встаньте, пожалуйста, в очередь. Не проходите, а по одному сюда вот будем...